дома я иду к ней, там две, сестра, мальчик, девочка, то есть сестра, брат, вот так вместе. У нас так нежелательно, не знаю, чтобы вот, женщине, мужчине там преподавала уже постарше, поэтому... Так считаю, должно что, быть. Да. Мне это все нравится. Да. Что, девочки, пожалуйста... Надо вот смотреть это. Последствия. А последствия страшные, когда вот это не разбирают. У нас уже в 8 классе вопрос найти девственность. Уже вопрос. А мусульмане, потому что они трудятся, они сохраняют. Они работают в этом вопросе. Ну, благодаря вам у вас там тоже что-то может измениться. Ну, это вопрос другой. Это мы, потому что везде это, где работают, христианство возводит в настоящий мужчин. Действительно, если по России много ходите, да, вы тоже? А? По России много ходите вы? По России мы? Много ходите, да? Да. Поведайте, много вы? Много. Вас в прошлом там... году прошли 240 городов и сел. Там часто нужно вот это. Представь, до Владивостока дошли, до Японского моря. Потому что в интернете же люди не часто бывают, не много. Очень часто, многие. Есть такие, которые обратились, теперь наши друзья, это через проповедь. Сектанты это новые обращаются. Души, которые мы даже раньше не знали. Все. Надо искать благословение да, Божие поняла. Через священника. Вот мы поехали, мы подошли к батюшке, он мою машину осветил, святой водой окропил, животное наше, все. Почему? Мы делаем дело Божие. Мы поехали к тёще на блины. Мы поехали в дальние страны. И средства все. Представь, мы жаримся 2 месяца. Конечно. Это такая жара. 46 градусов. Из Америки. Да, естественно. Градусик не выдержал. Салам идет. И поэтому дело, которое мы делаем, оно дает удовольствие только внутреннего характера. Я делаю это для Бога. Я делаю во имя моего любящего Иисуса, который умер за меня. Я себе не принадлежу. Я знаю, Он за меня жизнь отдал. Вот такой был Чингиз Айтматов, мусульманин. И он написал роман «Плаха». Запомните. Да, я знаю. Знаешь, я же в русском секторе училась. Мы покупали его, наверное, сотнями экземпляров и раздавали людям. А его спрашивают, там главный герой Аристарх, его спрашивают литературные газеты, скажите, Чингиз, а вы мусульманин, а почему главным героем христианина вывели? Он говорит, Мухаммад делал много хорошего, но за людей умер Христос. Вот и все. Он умер за грехи. Он умер за мои грехи. Он меня искупил, я бы таким не был. Он не просто сказал, а он искупил и дал Духа Святого. Я мгновенно преобразился. Я встал с колен первой молитвы. Я сам себя не узнал, я на себя смотрю, но вчера, что это не я. Знаете, как мне интересно ваша беседа с мужчиной сейчас. Я жду, не дождусь, когда он придет, чтобы... Сегодня-то? Да. Хорошо. Мы будем надеяться. Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сей, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приведи и селися в ней, очистенной от всяких скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Сыну Сыну, Святому Духу, ныне пресне, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и суди немощи наши, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам весь, и остави нам долги наши, яко же не оставляй должником нашим, и не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого, и Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог, Иегова, Абба, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Твоей, Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир в человеках, благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда даровал веру Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, когда даровал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Сохрани нас в пути,
дар в безопасность путешествий благовестий, и посеянное сам сохрани от недобрых людей лукавых духов, и защити место сие, освети его благодатью Твоей для всех, кто будет здесь взывать к Тебе, и мысли живущих здесь направь к Гордому через искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Как дивно Ты хранил, слышал молитвы наши и друзей наших о нашем благовестии. И сердца начальствующих Ты смирял и проводил нас путями неведомыми и опасными. Слава Тебе! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешне. Благодарю Тебя, ангел, столько лет Ты хранил душу мою. Проведи душу мою после смерти на мытарствах, и не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И веди ее навеки вечно царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Нам, Креститель, Претеча Христов, моли Бога о мне. Господи, даруй нам желание молиться, исполни нас благодатью Духа Твоего Святого. Аллилуйя! Господи, уважи нас, мудрость, не бояться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обрещать, быть благочестивыми и довольными всем, что Ты даровал нам. Аллилуйя! Святитель Дух Христов, Никола, мирный кийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Никола чудотворец, благодарю за услышанные молитвы о людях, о животных, даруй нам здравие животных, благополучие праздника, и возврати нас к родным и близким жилищам нашим. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Бог Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Луи, Исаия. Господи, благодарю Тебя за святых пророков. Исполни Церковь Твою Духом пророческим, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас не готовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками и сосудами, полными елея добрых дел, соделанным в Духе Святом. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, Христову Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всепальные апостолы, молите Бога о нас. Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Саминский, Усим, Философ, Космай, Демьян, Андрей, Стартилат, молите Бога о нас. Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, укрепи нас, защити и помилуй. Да будут благословенны все приходящие в это жилище, и мысли направь к Горнему, к Святому, предстоящую беседу освети, и устрой путь наш, как вход и выход. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Сергей Иванович, Стефан Пермский, Серафим Саловский, Антоборский, Анкрештадский, Анжирь, аллилуйя. Будь милости к нам, благослови нас и сохрани между нами, да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Утиши от говорящих превратное. Прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятной перед престолом благодати. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи Боже наш, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву и исполни, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой.
Аминь. Вот ты, Самира, просила узнать, что 7 минут. Потом у нас будет это разовое моление. Разбираюсь. Она, как правило, переписана с этого. А какая разница? Большая разница мне. А вот смотри, что тут написано? При подготовке настоящего издания текст синодального перевода сверен с еврейским. Синодальный, то есть это правильный. Правильный. Это правильно. Абсолютно правильно. Ну, слава Богу, да. Синодальный 1876 года. 4 духовные академии переводили. Это лучший перевод. А вот это тоже синодальный? Тоже синодальный. Ну все, да, слава Богу. Православные все синодальные. Ну все. А вот это, отец Игнатий, это Тора. Тора. Это мне тоже вот не попало в свое время. Это на иврите. Да. Это Ветхий Завет. Вот я мечтаю изучить это. Если мне Бог даст, языков знаете? Турецкий, азербайджанский, русский, слава Богу, арабский. И 4. Еще какой язык я знаю? Забыла уже. Забыла, какой язык. Ну, 4 точно. Ну, мало, отец Игнатий, наверное, больше знает. Мой муж знает, знаете, сколько? Наверное, 10 языков. Самир, там разные такие. Переводи по-азербайджански. Ибо так возлюбил Бог мир. Çünkü Allah Teala böyle kainatı sevdi. Что отдал сына своего единородного? Но у нас же сын не признается. Это 3.16 Евангелия от Иоанна. Отдал сына своего единородного. Ты переводчица, должна переводить на райский мир. Хорошо, я переведу по-своему. Öz peygamberini insanlara gönderdi. Дабы всякий верующий в него не погиб. Ki insanları хлас etsin. Но имел жизнь вечную. İnsanları хлас etsin ve onlar ebediyete kavuşsunlar. Давай по-турецки. Ибо так возлюбил Бог мир. Ой, это мне сложнее было. Немножко подождите, надо со словаря смотреть. Ну почти то же самое. То есть, ты когда считаешь, ты переводишь. А переводить в обратном порядке я почему и сказал. Слушай внимательно. Ну не настолько я так. Так, по-арабски. И вот так возлюбил Бог. Нет, так я не смогу сразу. Мне надо со словарем не смогу. Еще раз. Однозначно, очень хорошо я знаю русский, азербайджанский. Турецкий тоже знаю, но так вот не смогу. Во всяком случае, если турки будут говорить, ты поймешь, собирается тебя накормить или убить. Нет, и говорить тоже я могу. Но вот так перевести. Нет, но ты уже поймешь, что они хотят тебя накормить или убить. Да, вы немножко. Давай. Так. Давайте какую-нибудь религиозную, да? Да, пожалуйста, какую вы хотите, религиозную. Ну да, что играла, может быть. То, что я для вас играла. Давай. Ну это вы слышали, да? Для вас уже. Образование. Извините за нескромную, может быть, так чуть-чуть. Давай, я закончила религиозное что-нибудь. А еще богословие. Давай, любимое твое, что самое любимое? Ты, который сейчас все играешь, когда тебе бывает на душе тоскливо. Это Ава Мария, вы же слышите? Да. Thank you.
июля 2013 года. Мы находимся в Азербайджане, в Баку, в гостях у нашей доброй Самиры Тагиевой. Садитесь. Мне, вот смотрите, какие большие две Библии. И не просто Библия, а православного издания. По благословению блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского, всей Украины. Ну, конечно, отец Игнатий, а как можно? Ветхий Завет, Новый, с неканоническими книгами. Отец Игнатий. И это второе, это уже изданное библейским обществом, тоже с неканоническими книгами. А это у них Тора, вот она учится сейчас по идиш. Да. Идиш. А это у них Коран лежит. Вы знаете, да, что мусульмане, они должны изучать и верить во все священные книги, которые Бог дал. Потому что Бог один, а вот пророки, которые посылали, они все говорили одни и те же законы. Возлюби Бога и возлюби ближнего. А там уже заповеди. Значит, не делай идола, никакого кумира, один день в неделю святи, почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй, не выжелай... Пожелаю ближнему. Вот, так что, а как иначе может быть? Если человек это все не примет, он уже неверующий. Он невежественный человек, и вы это все знаете. Поэтому я считаю, что если человек не изучает вот это все, он в каком-то смысле всегда будет обделенным. Потому что очень интересно, отец, знаете, разрешите, да, я немножко... Просто интересно, что вот все пророки, они каждый по-своему говорили вот это все. Вот почему интересно читать все эти, да? Можно, да, я говорю, отец Игнатий? Вы мой учитель, я у вас разрешение должна спросить обязательно. Мы с тобой сколько сегодня погуляли-то, походили по городу? Были в мечети, у мусульман разрешение мне дали, я зашел. Я еще пощусь так немножечко, мне... Крестным знаменем помолился, три поклона земных. А приехали, а Самира тут зубом моется. Да, вот у меня прошла уже боль. Совершенно, и плюс спал. Вот этот свет, который на отце Игнатии есть от Бога, вот этот свет, он меня... Вы помните в Евангелии, как есть, да? Ну, конечно, я Бога боюсь, я вас не сравню с Иисусом, я понимаю. Но главное, что вы зашли в православную церковь, да. Повезла меня туда. Там тоже зашел, помолился, она помолилась. На мусульманский, значит, нельзя было ей заходить. Мечеть она отдельно побыла, говорит, там где-то внизу. Да, там женщина отдельно молится, а мужчина... Вы преподаете девочкам, это сколько их у вас в классе? Ну, много. Бывает иногда мало, иногда много, когда как вот... 12. Я люблю эту цифру. Вы знаете, я видел, ваши ученики сидят по форме, все одеты, у каждой руки вот так вот за столом. Ну, это учитель. Но все-таки на камеру как-то искренне так очень невозможно. Я чувствуешь... тоже учитель по Теряевке. 11 лет уже работаю. Так что мы с вами коллеги. Мы сидели, то ждали, когда Мурсар придет, что хозяин пригласит. Думали, да, ну долго нет уж. А Самира перегнулась и кричит нам сюда с балкона, заходите, заходите. Да, он сказал, что я сначала в мечеть зайду, а потом я приду. Но он заранее предупредил, чтобы я все приготовила, все вкусненькое, чтобы... Мы трапезничали, беседовали, параллельно все делали. Так, я еще подумал. Я думаю, что у нас все очень интересно пройдет сегодня. Я чувствую. У вас ванна есть? Да. Я купаюсь, я в соленой воде сегодня купался. Конечно, у меня еще тело не так.